Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области смотрите в информационном выпуске. И лично я, как вот работник предприятия, ежегодно добровольно участвую в таких мероприятиях с большим настроением. Общегородской экологический субботник состоялся. Благодаря мужеству, отваге и профессионализму работников пожарной охраны, сегодня мы все уверены в своей безопасности. Огнеборцы отметили свой профессиональный праздник. Тревоги Европы была, и было немыслимо страшно горе. Детям о Чернобыльской катастрофе. Праздник танца в детском саду «Теремок». А теперь об этих и других событиях подробнее. Смоленская область заняла последние строчки национального рейтинга рождаемости в субъектах Российской Федерации в 2017 году. Исследование составлено Общественной палатой России. Из 85 представленных регионов Смоленщина расположилась на 82-м месте. В нашей области зарегистрировано отрицательное значение естественного прироста населения. При этом, согласно исследованию, в среднем на одну смолянку приходится один ребенок. В Смоленской области общественный совет и сотрудники полиции провели акцию «Проверь правознание», в которой приняли участие более 120 учащихся. В ходе акции сотрудники полиции напомнили подросткам об их правах и обязанностях, рассказали об административной и уголовной ответственности. Также полицейские ответили на все интересующие вопросы, возникшие во время решения тестов на знание права. Итоги тестирования порадовали полицейских и общественников. Школьники показали хорошие результаты. Ежегодный экологический месячник традиционно завершился общегородским субботником. Наша съемочная группа побывала на этом массовом мероприятии и готова подробнее рассказать вам о нем. Несмотря на дождливую погоду, почти 700 человек вышли на субботник, чтобы навести порядок в городе и встретить майские праздники на чистых, ухоженных улицах, парках и площадках. В этот день в городе практически не осталось места, где бы не прошлись грабли и веники. С тротуаров и дорог убрали весь песок. Собранный мусор погрузили на транспорт и вывезли из города. Ненастье не испортило настроение участников субботника. Лично я, как вот работник предприятия, ежегодно добровольно участвую в таких мероприятиях с большим настроением. Несмотря на то, что такая погода, она нас нисколько не пугает. Надо учить молодежь и своих внуков, детей маленьких, чтобы они любили и уважали свой город и поддерживали чистоту в нем. Несмотря вот на такую не очень хорошую погоду, ветераны вышли убирать свой город. Люди пришли, во-первых, они пообщались, радостные, веселые. Поэтому я думаю, что это очень даже хорошо. Порядок наведем, красота будет. Сегодняшним нашим традиционным субботником мы завершим уборку города. Наш город станет опять же таким же красивым, как всегда. Вот. И, соответственно, так как у нас сейчас идет год экологии, и все вот это мероприятие приурочено непосредственно году экологии, мы стараемся, чтобы территория нашего города соответствовала всем стандартам, и город был красивый и любимый. Каждый человек должен следить за чистотой не только у себя дома, но и в городе, да, потому что мы же здесь живем. Вот ходишь, собираешь и думаешь, ну что же они делают, почему нельзя подойти к мусорке, там выкинуть ту же бумажку, тот же окурок. Ну ветки, понятно, да, их никуда не денешь, а это можно сделать. Поэтому я считаю, что это нужно, полезно, и все должны так поступать. В субботнике приняли участие практически все предприятия Десногорска. С одинаковым энтузиазмом трудились сотрудники администрации города, работники организации, ветераны станции, молодые атомщики и активисты общественных организаций. За 2,5 часа участники субботника справились с поставленной задачей. А руководители предприятий и организаций доложили о проделанной работе штабу по проведению субботника. На Смоленщину стали чаще приезжать туристы. Об этом говорили на коллегии Департамента по культуре. Начальник ведомства Сергей Черняков сообщил, что в прошлом году регион посетило около 300 тысяч человек. Среди них 33 тысячи – иностранцы. Кроме того, Смоленск вошел в список 10 самых популярных городов для путешествий в новогодние и майские праздники.
26 апреля учащиеся третьей школы побывали с экскурсией в 15-й пожарно-спасательной части. Там ребята узнали о быте огнеборцев и их распорядке дня. Смогли увидеть в работе технику и средства пожаротушения. Попробовали на время надеть всю экипировку. После встречи с пожарными некоторые ребята решили связать свою жизнь с МЧС. Очень познавательно было узнать, как работают пожарные наши. Я вообще давно уже хотела поступить на юриста, вот именно взять направление от МЧС, чтобы поступить в приличное заведение и выучиться на эту профессию. Я узнала, как питаются пожарные, где они переодеваются, где они отдыхают и где они учатся. А 30 апреля – День пожарной охраны России. На сегодня это самая оперативная служба по оказанию экстренной помощи. 28 апреля в городском центре досуга сотрудники Десногорского пожарного гарнизона отметили свой профессиональный праздник. С этим праздником десногорских огнеборцев поздравили глава города, директор Смоленской атомной электростанции и депутаты. Благодаря мужеству, отваге и профессионализму работников пожарной охраны сегодня мы все уверены в своей безопасности. Пусть в этот праздничный день огонь горит только в ваших глазах и душах, а дым никогда не закрывает мирное небо над вашей головой. С праздником! Особо отличившихся наградили медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами. Поздравить ныне действующий состав с праздником пришли и ветераны. От всей души мне хочется поздравить действующих сотрудников, кого судьба каждый день испытывает на прочность и профессионализм. Товарищеская помощь, взаимовыручка, самопожертвование и страдание чужому горю – это сущность работника пожарной охраны. С праздником! Днем работника пожарной охраны! Главным подарком для огнеборцев стал концерт, подготовленный творческими коллективами городского центра досуга. В Смоленске группа юных зацеперов каталась сзади на троллейбусах и снимала все на видео. Один из школьников выложил опасную езду, снятую на видео, в сеть. На одном из видео ребенок упал с троллейбуса, на другом школьники прицепились к транспорту целой компании и подвергали себя серьезной опасности. Смоленщина заняла 4-е место в Центральном федеральном округе по количеству пожаров. С начала весны более 300 гектаров сельхозугодий в регионе выгорело в результате пала сухой травы. Более 80 виновников возгораний оштрафованы. Резкое увеличение количества природных пожаров по причине неосторожного обращения населения с огнем наблюдается в конце апреля – начале мая. 26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. И хотя с того момента прошло уже более 30 лет, в этот день люди склоняют головы в память о тех героях, кто, рискуя собственной жизнью, спас мир от радиоактивной угрозы. 27 апреля в 4-й школе Десногорска прошло мероприятие «Чернобыльская катастрофа. Печальный урок в истории человечества». На мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Чернобыльской катастрофы, в актовом зале школы собрались учащиеся старших классов и педагоги. 31 год прошел с той аварии, и цель нашего мероприятия была напомнить подрастающему поколению о тех страшных последствиях техногенной катастрофы, которая произошла в 1986 году. В представление чернобыльской трагедии ребята вложили все свое актерское мастерство. Особенно проникновенной у них получилась инсценировка о людях, которые первыми вступили в борьбу с радиационной стихии ценой своей жизни. Звучали стихи, написанные самими ликвидаторами аварии. От масштабов нанесенного ущерба стыла в жилах кровь. Впечатлила и подборка фотографий о зоне отчуждения, которая стала мертвой на многие годы. Завершилось мероприятие танцем белых маленьких журавлей. Смоленск стал 5-м городом-героем на пути участников велопробега «Спасибо за победу», приуроченную к празднованию 72-й годовщины Великой Победы. Более 30 спортсменов проехались по историческим местам областного центра и сделали городу подарок. Вручили сертификат на создание и установку бюста любого героя Великой Отечественной войны. Следующие города в маршруте – Калуга, Тула, Воронеж, Волгоград и Ростов-на-Дону. Финиш запланирован в Таганроге в День Победы.
9 апреля 2017 года стартовала международная гражданско-патриотическая акция «Это наша победа». Акция становится все масштабнее, к ней присоединяются все большее количество неравнодушных, любящих свою историю и родину людей. Акцию «Это наша победа» поддержал и глава Десногорска Андрей Шубин. В детском саду «Теремок» подготовили и провели праздник танца и весны. Все подробности далее. Ежегодно подготовительная группа детского сада участвует в таких праздниках. Здесь дети демонстрируют свои умения и навыки, все, чему научились за 5 или 6 лет пребывания в детском саду. Ребята из группы «Ромашка» вместе со своими воспитателями Альбиной Табунидзе, Светланой Кокшаровой и Еленой Кузнецовой вложили в этот праздник душу, эмоции и талант. Это необычный, конечно, праздник по той простой причине, что это фейерверк красок, это фейерверк музыки, это фейерверк детского настроения, радости. Это фейерверк, когда было видно, что дети просто тают в таком красивом-красивом цвете, в красивой музыке. Родители будущих первоклассников отметили профессионализм музыкального работника, воспитателей и хореографа. Очень благодарна, очень довольна, все на позитиве, все ярко, каждый концерт – целое отдельное шоу, представление. Мы заряжаемся позитивом от наших деток и также стараемся нести хорошее настроение, воспитывать их в таком же духе. Больше всего труда в танцевальный праздник вложила педагог дополнительного образования Софья Меркулова, которая работает в этом детском саду около 20 лет. А репертуар она подбирала с учетом детских пожеланий. Чтобы весело было, чтобы нравилось, чтобы про все про детское, то про лягушат, то про солнышки, то про цветочки, вот так. Они сами говорят, что нравится, а что не нравится. Самим же детям выпускной группы все понравилось. Они с радостью делились впечатлениями. Мне нравится танцевать. Мне очень было там интересно и весело. Мне все понравилось. Даже сказочная принцесса. Было круто. Мне понравилось лягушки, оранжевое солнце. Все понравилось. Эта группа готовится еще показать итоговую сказку. Это тоже многолетняя традиция Теремка. Правда, все свои выступления дети и педагоги нынче посвящают дню рождения детского сада, который в эти дни отмечает 35-летний юбилей. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Благодарю вас за внимание и желаю хороших выходных. До свидания.